Так, каждый день по 6 часов подряд Санжар Али проводит в музыкальной школе. Именно сюда 5 лет назад его привела мама. И с тех пор музыка для Санжара стала неотъемлемой частью жизни. Впервые я участвовал в конкурсе в нашей музыкальной школе и получил диплом, а в этом году в конкурсе «Астана Piano Passion» я занял первое место. Педагоги отмечают, в детском возрасте такое трудолюбие – большая редкость, а талант, как у Санжара, и вовсе один на миллион. С нулевого класса нам было понятно, что Санжар очень одаренный мальчик. Он обладает безупречным музыкальным слухом и легко запоминает произведения наизусть. В репертуаре молодого таланта есть уже 50 сложнейших произведений. Среди них Эдварда Грига, Феликса Мендельсона и Фредерика Шопена. В следующем году мальчик планирует участвовать в музыкальном конкурсе в России. Сейчас Санжар учит произведения для 10, 11, 12 классов. Одно такое сложное произведение он может выучить за одну неделю. В будущем Санжар мечтает стать известным пианистом, таким как Денис Мацуев или Михаил Плетнев. А пока мальчик оттачивает свое мастерство и планирует вернуться с победой с очередного музыкального конкурса.